Ну, вам не стыдно, вот что это? Я президент страны был. Знаете, когда я был президентом, я запрещал своим спецслужбам записывать личную жизнь даже шпиона. Был такой случай, Петр Алексеевич, вы, я знаю, что смотрите мои эфиры, когда мне принесли запись одного вражеского агента, и как раз записью там информации личного характера. И наши службы хотели использовать это для йобервовки. Я сказал, сейчас мы это уничтожите, никогда больше в жизни не будете записывать даже врагов. Номерах, комнатах, спальных комнатах, туалетах, ваннах. А вы? Ну что это? Ну что это? Мне гадко за вас, Петр Алексеевич. Мне гадко за из ваших СБУшников, которые не защищают страну. Мне гадко за этих потвор, которые вместо того, чтобы защищать, прикрывать кордон Украины, занимаются черт знает чем. И только не смейте говорить, что вы этого не делали. Да я на вас всех насквозь вижу. Намотайте себе на руку, или, я не знаю, там, намотайте своим подручим на шею и сдерживайте их пил в ваших грязных трюках. Это мой сувенир. Когда-то он будет храниться в истории украинских, в музее украинской истории. Чем занималась власть постмайданова, в условиях войны и против кого она работала, и какие у него были методы давления на политических оппонентов и для тех людей, которых враги считали своей угрозой для себя. До свидания, до побачення. Увидимся в Киеве.